Всем привет, ребята, Кент на проводе, и прямо сегодня я вам хочу показать мега крутой баг, который прислал мне мой подписчик. Ребята, раньше он показывал простые баги, но тот баг, что я видел сегодня, он просто, не знаю, разрушил мою психику, потому что, ребята, при помощи этого бага мы можем экономить наше золото, можем экономить наше серебро и на халяву покупать себе оружие. Но, ребята, хочу вас предупредить, что качество видео крайне низкое, поэтому, пожалуйста, на меня не обижайтесь, то что так плохо видно. Но самое главное то, что вы поймете саму суть и сможете повторить этот же самый баг и получить себе на халяву оружие. Для начала нам необходимо два телефона и один Google аккаунт. После этого мы, ребята, должны зайти с этого Google аккаунта в блок Strike. Как мы видим, ник, что на одном телефоне, что на втором, одинаковый. И сейчас вам все это покажу. Так, давайте подождем. Просто, ребята, видео снимал не я всего лишь озвучиваю. Так, вот ник Happy Over 4000 монет. И тут ник Happy Over 4000 монет. Тут мы, ребята, выбираем оружие P90. А на втором телефоне мы выбираем оружие FAMAS. И мы его прямо сейчас покупаем. И покупаем, и на втором телефоне покупаем. То есть получается, мы за 4000 монет купили два оружия. Вы скажете, да это же развод. Окей, ребята, сейчас мы все это увидим на деле. Так, давайте немножко перемотаю вперед. Так. Ага, все, ребят, мы зашли в игру. Ну как мы зашли? Мой подписчик зашел в игру, а мы пока что просто смотрим. А, то есть, еще важный момент. После того, как вы купили два оружия, вам необходимо выйти из игры и потом обратно в нее зайти. Вот, ребят, мы видим, смотрите, сейчас все будет. Вот только что P90 у нас есть в инвентаре. И дальше листаем, у нас есть FAMAS. Ребята, у чуда все работает, и у нас два оружия. Я думаю, что за такой крутой баг, ребята, можно поставить лайк и подписаться на мой канал. Поэтому, ребята, если вы впервые, то обязательно подпишитесь, напишите какой-то комментарий. С вами был ваш Кент, всем удачи и всем пока.